Ну что, похоже, последнее включение с турниров в Караганде. Финальный матч подходит к своему концу. И вот это матчбол, который выигрывает Нигина Абдурайимова и становится чемпионкой этого турнира, выиграв, в общем, очень-очень сложном и нервном матче свою соперницу Мараеву. Я, кстати, Мараеву не очень знаю точно, как правильно произносить эту фамилию, поэтому так, аккуратно и не слишком долго буду, ну, как-то так вот возвращаться именно к этой теннисистке. Нигина Абдурайимова накануне, я считаю, что выиграла главную претендентку на титул, Екатерину Кузионову. Вот, и, конечно, несколько так прям подмывает сказать, что вот на месте Нигины должна была быть Екатерина. Если пойти вообще в эту сторону дальше, то могла быть даже и не Екатерина, могла быть и Елена Малыгина, которая тоже была близка к победе над Абдурайимовой на стадию раньше, в четвертьфинале, но тоже ничего не получилось. В общем, фиксируем все завершения двухнедельного теннисного марафона в Караганде. Юлия Хатука победила в прошлое воскресенье. Нигина Абдурайимова, чемпионка второго турнира. Вот. Ну, а мне, в принципе, пора собирать вещички и готовиться к отъезду в Москву.